Рюкзак фирмы Вамбата предназначен для девочек младших классов с нежным цветочным принтом сиреневого цвета, не маркий. Принт расположен как на верхней крышке рюкзака, так и на внешнем кармане и по боковым карманам. Цветы нежные. Выполнены строчки, все очень ровно, качественно прострочено. Лямки на рюкзаке также прострочены двойным швом. Боковые карманы у нас на липучках. Сюда можно положить воду, либо какие-то мелочи. Давайте попробуем положить воду. Оп! И закрыли. Так, спинка ортопедическая, мягкая. Также прошита тесьмой с двойным швом. Подушечки ортопедические под спину ребенка для удобного ношения рюкзака. Материал сетчатый, дышащий. Лямки у нас S-образной формы. Также мягкие, сетчатого материала, сантиметр где-то толщиной. Со светоотражающими частями. Также такие части у нас идут на боковых карманах и на передней части. Лямки у нас легко регулируемые. Здесь есть пластиковый замочек. Поднимаем пальцем и легко регулируем длину лямочки. Также можно обратно застегнуть. Ребенок это может делать самостоятельно. На рюкзаке есть ручка для ношения рюкзака на короткие расстояния. Она выполнена из пластика, также дышащая, эргономичная, очень удобно помещается в руке. Но рюкзака уплотненная, водонепроницаемая, легко моется, чистится. Попробуем открыть рюкзак. Для этого у нас есть такие ушки, за которые можно держать для открывания, и хлястики на змейках. Давайте попробуем открыть рюкзак. Отлично, змейки работают хорошо. Что у нас внутри? На крышке рюкзака есть карманчик, в который мы можем положить карточку с имя, фамилией ребенка, его координатами, в случае, если утерян будет рюкзак. Легко будет найти. Есть разделительные части внутри рюкзака для учебников и тетрадей. Тоже очень удобно. Подкладка выполнена у нас на липучках. Можно вытянуть жесткий каркас рюкзака, постирать в стиральной машинке, обратно все поставить, и рюкзак примет первоначальную форму. Очень удобно. Итак, давайте попробуем положить все то, что ребенок носит в школу. Папка для бумаг формата А4. Так, поместилось, все хорошо. Букварь. Альбом для рисования. Папка для бумаг, либо тетрадей. Пачка тетрадей. Фломастеры. И карандаши. У нас и так остается достаточно много места для учебников, либо каких-либо других предметов. Закрываем. Во внешний карман мы положим пенал. Отлично. По размеру четко подходит для пенала. Сюда можно положить какие-либо еще мелочи. Места достаточно. Итак, что можно сказать по поводу этого рюкзака? Рюкзак очень красивый. Для девочки подойдет под любую одежду, под любую форму. Выполнен в нежных цветах. Носите с удовольствием.